Здравствуйте, в эфире Курзанское телевидение, программа «Взгляд из Венспилса», события, люди, мнения. В студии Анна Гегер. Автотранспорта дирекция информает. Легендарная личность, под руководством которой в свое время происходило становление Венспилского порта, отметила свой столетний юбилей. В этом почтенном возрасте Милда Антропа сохраняет ясный ум и активную жизненную позицию. 100 лет. Не так много жителей планеты Земля доживают до такого почтенного возраста. А венсполчанке Милде Антропе посчастливилось отметить эту значимую дату. Поздравить Милду с юбилеем собрались не только близкие, но и представители Венсполской городской думы, Венсполской социальной службы, активисты общества пенсионеров «Ледакс», немецкого общества и представители предприятия «Венсполснафтотерминалс», где Милда проработала долгие годы. Милда Антропа – человек-легенда. Под ее руководством строилось градообразующее тогда предприятие «Венсполская нефтебаза», после создания которой началось стремительное развитие Венсполского порта. Во многом успех Милды в работе состоялся благодаря ее сильному характеру, который с годами госпожа Милда не расплескала. В лучшие ее годы она приходила к нам на собрание. И если я не ошибаюсь, когда ей было 95, она тоже пришла к нам на собрание и очень рада. Ar ziņām 9. studijā Negras Rozenbergs. Šodien aprīt gads, kopš Krievija turpinot jau 2014. Gadā sāktu agresiju, sāka plašu, pilna apmēra militāru iebrukumu Ukrainā. Latvijas iedzīvotāji pulksten 9. Ir aicināti ar klusuma brīdi godināt kara upurus Ukrainā. Klusuma brīdim pievienojamies arī Latvijas radio. Turpinām ziņas. Šodien tātad aprīt gads, kopš Krievija turpinot jau 2014. Gadā sāktu agresiju, sāka plašu, pilna apmēra militāru iebrukumu Ukrainā. Karu pēc Krievijas prezidenta Vladimira Putina pavēles sāka Krievijas armija, kas kopš 2021. Gada marta lielā skaitā bija izvietota netālu no Ukrainas robežas ar Krieviju, Baltkrieviju un Krievijas jau 2014. Радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
Сейчас в Латвии 9 часов и вашему вниманию новости на Латвийском радио 4. Сегодня исполнился год с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. В знак солидарности с украинским народом высшие должностные лица Латвии призывают жителей нашей страны в 9 часов утра, то есть сейчас, почтить минутой молчания память жертв российской агрессии. К минуте молчания присоединяется и Латвийское радио. Продолжаем выпуск. В годовщину российского вторжения в Украину радиостанции, телеканалы и электронные СМИ Латвии сегодня в 12 часов проведут совместную акцию, исполнив государственный гимн Украины. Всего в акции примут участие более 50 средств массовой информации, в том числе все каналы. Šodien Krievijas īstenotā plaša mēroga iebrukuma Ukrainā gadadienā, paužot atbalstu Ukrainai un solidarizējoties ar Ukrainas tautu, ik viens Latvijā aicināts vienoties klusuma brīdī, pieminot un godinot Ukrainas upurus. Viena minūte pār pulksten deviņiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis šodien paziņojis, ka neskatoties uz visām ukraiņu pārciestajām grūtībām, Сегодня годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. Почтить память жертв агрессии минутой молчания жители Латвии призвали высшие должностные лица государства. Президент Латвии, спикер Сейма, премьер-министр, а также глава МИДа. Радио СВХ Плюс откликается на этот призыв. Светлая память жертвам войны. Девять часов и одна минута. В Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Организация Объединенных Наций к годовщине начала российского вторжения в Украину приняла резолюцию с призывом к России немедленно остановить боевые действия и вывести войска из Украины. Китайский МИД опубликовал свой план мирного урегулирования конфликта в Украине из 12 пунктов. Радио СВХ Плюс. Новости. Un dzīves stilam tas ir Prof. LV. Pulkstens ir 9. piekdiena, 24. februārs. Dienai, Dinai, Dinam, vārdiena, bet šī ir arī kāda skumju ziņā īpaša diena, kur noteikti, noteikti mums ir jāatgādina tev kādēļ, mēs to atzīmējam.
Un solidarizējoties ar Ukrainas tautu, Latvijas valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētājs, premjerministrs un ārlietu ministrs šodien pulksten 9:00, tas ir tagad, aicina visus Latvijas iedzīvotājus uz mirkli pārtraukt ikdienas gaitas un vienoties klusuma brīdī pieminot un godinot Ukrainas tautas upurus. Minūte. Deviņu un vienu minūtu, tas bija klusuma brīdis. Mm. Un par godu kam? Tātad solidarizējoties ar Ukrainas tautu, Latvijas valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētājs, premjerministrs un ārlietu ministrs izsludināja šo te klusuma mirkli, lai vienotos klusuma brīdī pieminot un godinot Ukrainas tautas upurus. Un kāds no mūsu klausītājiem ieteica, kādu dziesmu nospēlēt par to dienu, kas aiz pienāks? LTV1 un replay LV. Lasīt un saprast, klausīties un sadzirdēt, kāpēc tā situācija ir tāda, skatīties un iedziļināties.